И снова всем привет, особенно тем, кто смотрит это в записи сейчас. Мы с вами сначала загрузим, настроим игру под названием Another World, и вместе с Димой будем ее пытаться проходить. Так, что у нас там? Install? Это VR вообще. Я, кажется, не замаунтил его еще, не помнишь папочку? Unworld? Да, Unworld. А он не в Волде, да? Он просто в Unworld. Да, и имя диска еще. При помощи DOSBox мы... Как это правильно? Правильно, правильно. World. Монтируем. Install там или не, setup? Не, не. А, он уже такой, да? Давай диск D сделаем. Так, теперь на диск D. Что у нас там? Dir. Сетап, да. Все старые игры требовали базовой настройки графики, звука. Выбираем Sound Blaster, Fast Machine и Keyboard в качестве контроллера. И теперь одно слово. Сейчас проверю я, как нормально все расположено. И загружаем. Так, DOS Memory не хватает. Помнишь, как мы выгружали мышку для того, чтобы было больше XM Memory? Не-не-не, мы не мышку. Русификатор, кажется, да? Или что мы там выгружали? Мы выгружали Norton Commander, чтобы поиграть в Дюну с мышкой. Ну, в общем, да, чтобы мышку загрузить, не хватало памяти. Смотрим заставочку. Погромче звук. Это наш главный герой. Это его Феррари. Поразительные по детализации и кинематографичности заставка. На тот момент, как, какого это года игра, Дим? Подскажи, пожалуйста. Не подскажу. Скорее всего, 91-92. Я не слышу, потом я музыку сделаю тишину. 91-92, Дима говорит. Красавец, мужчина. Да, это я, это мой альтрэго. Я всегда мечтал был высоким рыжим. Ёшкин кот. Identification. Добрый вечер, профессор внизу. Я смотрю, вы приехали сюда на своем Феррари. Умная система, да? И вот он наш домашний адронный коллайдер. И сейчас мы, конечно же, в начале 90-х будем ставить опыты. С какой-то синхронизацией, ускорителем частиц. Запустить эксперимент? Может, пока еще не поздно, он нажал Yes. И пошло вертеться. Пошло ускорение. Нормально. Пронесло. Второй эксперимент начнется через 20 секунд. Открываем спокойненько. Тестовый или что? Немножко кока-колы. 4 секунды. 3, 2, 1. Ничего не предвещало. А может, все хорошо будет? Нет. Причем здесь молния? Нет. Нет. Я не хочу умирать. А умирать мы будем много, друзья. Очень много, самыми разнообразными способами. Это же специально в самом начале, да, всем надо показать способы. И с самого начала. Ёп! Шким корень. Ой, ёпс, тудей, мы оказываемся где-то. Вот мы там. Ой, поплыли, поплыли. Какие-то щупальца, я не успеваю. Утащили. Это первый вариант, как вы можете умереть в этой игре. Привыкайте. Поехали. Так, высовываемся. Фух. Ладно, Дим, я курить пойду. Подожди. Ну, ты понимаешь, да? Так, ну, ничего ж не случится, я выбрался. Проблем никаких не может быть. Где там мой чай? Эй, чё за хрень сзади? Эй, стой! Эй! А ну-ка, погодите. Что такое, блин, я должен видеть чат вообще. Подождите. Я не успел, не успел. Где наш любимый чат? Сейчас я позакрываю все лишнее.
Все, у меня более. Кроме чата мне ничего не нужно, в принципе. Кроме чата. Поэтому сейчас я все по красоте сделаю. Размещу. Так, поехали дальше, ладно. Что у нас имеется? Здесь мы не погибнем. Поехали. Так, мышку убрали. И побежали. У-ху! А что это за добрая, добрая черная такая штучка? Иди-ка сюда, маленький. А-а-а! Хренак! Порезал, ну ничего страшного. Эй, ты куда падаешь, друг? Блин, упал. Слушай, если я так буду на всех запарываться, мне же левку имеет. Просто сейчас. Ладно, хорошо, допустим. Допустим, она плохая. А, слышишь, она сзади. Давай-ка сейчас. А, с вертушечки, на-ка! Хоп, хоп, хоп! На рандоме они появляются, между прочим. А, нет. Вот, мы убиваем злых черных пиявок. Мы их назвали пиявками. Они реально не очень. С вертухана убираем ее. Одну, вторую, третью, четвертую, пятую. Просто конвейер, там еще идет. Снизу можно вот так вот бить, но это слишком близко получается, нужно ее подпустить. Так. Ну что, нормально все? Дим, Минальве отдаваться или не стоит? Ой-ой-ой. Да, может быть. Так, просто... А-а-а! Ядрен батон. Кажется, надо бежать. У-ху! У-ху! Как прыгать? А-а-а! Нет, 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 он догоняет! Блин. Ой-ой-ой. Да я прыгаю, просто он остановился. Почему он остановился? Подожди, как прыгнуть? Как прыгнуть? Подожди, спокойно. Спокойно, спокойно. Ух ты ж, дай отдышаться, постоять. Так. Подожди, как бегать? Пробел и все. Да, либо же два раза. Вперед. Не, два раза не работает. Ну-ка. Видишь? Mm-hmm. То есть пробел и вперед, да? Да. А почему он тогда не всегда прыгает? А, короче, давай по красоте вообще все сделаем. Не получится. Не получится, да? Да, не получилось. Я думал быстрее. А Лев, кстати, за мной смотрел вот оттуда вот. Наблюдал. Ой, ты точно хочешь? Да я ж по плану все действую. Конечно, я отдаюсь по плану. Все. Абсцесс, давай, контролируй чат, потому что реально сейчас... Давайте, подползайте. Ха! Ха-ха! Одна, вторая, третья. Ха! Подожди, а с катрейлом? С катрейлом можно бежать еще. Ага, я понял тебя. Какие они няшные. Я уже думал, что все, проползла. Ну все, вроде, сейчас мы со Львом снова поговорим. Правда, я не знаю, что с ним делать, в принципе. То есть, если догонит. Подожди, раз. Вот он не прыгает. Почему не прыгает? Потому что нажал пробел, да. И... А, и ясно. И то есть, надо... Пускаешь в сторону, да. Я побежал. Ёп, стой! Как в первый раз, да? Давай. Да, просто вверх. Ёп. Так. Смена сцены. На сцену выходит Дима. Я пью кофе и отдыхаю. Реально он... А что, зачем постоянно прыгать? Быстрее, что ли, будет? Быстрее, ясно. 6-0, ребят, видите счет. Реально, это классная тема. А второй... А, не две падают! Дима, это две! Это... Молодец, убил. Какой кофе? Ты же чай куришь. Да нет, на самом деле, я сказал, пойду перекурить, типа... Типа, отойду невзначай, так... Отдохну. Сверху, Дим, с вертухана! Так. 7-0. Не, я пью кофе, вы же слышите, я пью кофе, смотрите. А, это похоже было на бульбулятор вообще, вот это. Вот это вот. Сейчас скажет. А, я сам сказал.
Так, хорошо. А вы считаете килсы еще этих пиявок? Потому что они же тоже умирают. А Лёва за нами смотрит, смотрите. Так, по красоте, Дима. А, кстати, убивает. Нет, нет. О, опасный был момент, когда пиявочка подошла слишком близко. И снова Лёва. Дубль номер три. Он не пощадит. И вот Дима, как сайга, как просто рысак. Заяц белый бежит, бежит, некуда бежать! Он прыгает, цепляется, вот это да! И полетел обратно! Беги! Беги! А куда обратно там? Вдруг там пиявки снова? А где Лёва-то? Отстал, подожди Лёву. А вон он, вон он, вон он! Нет, нет, нет! Эй! Поворот! Поворот событий! Так, ну, ребят, вы добрые, я вижу. Hello. Сама доброта и понимание. Хренак! Ладно, не нажимай, сейчас будет заставочка. Тут игра знаменитой вставочками кинематографичной точности. Ну что, меняемся? Дальше просто, чем дальше, тем больше ты будешь играть, потому что я не помню уже игру. Так, мы поменялись, у руля снова Михаил. Михаил никогда, никогда не фейлит. Тут, в принципе, вариантов больше никаких нет, кроме как раскачивать клетку. Мы сидим в клетке с нашим новым другом. Я не знаю, что они успели сделать, когда экран погас, но они подружились. Вот, и мы раскачиваем клетку. Раскачиваем, раскачиваем ее. На заднем плане трудятся какие-то инопланетяне. Кажется, нас заметили. И что-то говорит он мне. Не понимаю. Не, не слышал. У Чейнера. Опа, и клетка падает прямо ему на голову. Пистолет падает. Нифига себе. А этот мне глаза выкалывает. Хренак тебе, на-ка. Мы берем пистолет. Как стрелять? Пью! Отличненько, побежали. Оп, 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 сайгак. Ой, хрена, я забыл про него. И стенка, стенка, стенка. Значит, поворачиваемся. Ставим поле. Начинаем стрелять по полю, 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 по полю. Надо было поставить свое поле. Нет, нормально все. Ставим силовое поле и ждем, когда он откроет. Уже пора. Уже пора. На халявку, друзья, на халявку. Давай уже, открывай быстрее. Так, лифт. Здесь мы поедем наверх для того, чтобы заценить масштаб трагедии. Тут есть окошечко. Не похоже на нашу планету, мягко говоря. И, кстати, еще один пример того, как Кока-Кола приводит к плохим последствиям. Просто. Просто взял, выпил и до свидания. А, да, в пистолете есть заряд. Я не знаю, как за ним следить, но... Ну, там мигает что-то синее. Мигает, мигает. А. Зеленая лампочка уже разряжается. Значит, мы идем как? Сейчас вниз, точно? Я хотел вот сюда вот проверить и посмотреть, куда он смотрит, в какую сторону. Там не тот? Сейчас мы просто идем шагом медленным, да? И сразу, как только входим, стреляем. Входим, стреляем, входим, стреляем. Вошли, стрельнули. Отлично. Но он был повернут спиной, у меня был шанс стрельнуть с первым. Стрельнули. Ну да, стрельнули, просто оба стрельнули и все. Начинается снова движуха. А, игра... Дим, скажи, пожалуйста, тогда. Ну, это та же самая контора игру делала. Это первая ее игра, ну, перед флешбеком. Потом был, соответственно, флешбек, а потом fade to back. Вот так вот, fade to back уже был трехмерным, насколько я помню. На-ка тебе! Так, хорошо, значит, у нас есть что? У нас есть управление, мы побежали. Можешь подпрыгнуть вот к этому, не стрелять, а просто подбить.
Зачем? Показал бы, какие они добрые. Ты серьезно? Да. А, он с вертухана убирает. Да ладно, что я... Тут чем можно дольше копить заряд, конечно же, но... Убили мы товарища, поставили на всякий случай стеночку. Пошли, да, не зря стеночку, кстати, поставили. И сейчас едем также вниз. Задача следующая, зайти в комнату и сразу выстрелить. Зайти и сразу выстрелить. Причем заходить надо заранее. Ну, то есть, без бега вот так идем. А, может, из-за того, что он первый зашел? Возможно. А как тогда сделать? На лифте его не пускать в ту сторону. Да. Да он с это. С... Ребята, я уже в третий раз. Обречен парень внизу. Вот сейчас уже клетка падает. Это он говорит, Мацуа? Бежать на этого товарища или нет? Как хочешь. Я думаю, не стоит. Сейчас по красоте так раз. Убили. Прошли. Поставили. Поставить еще одну, наверное, да? Нет. Хватило. Отстреливаемся, пока наш товарищ открывает. Все. Дверь откроется. Значит, попробуем тогда войти быстрее, чем наш визави, да? Вот так вот. Вот сюда вот его. О, отлично. Подожди пока нас, друг. То есть, может быть, тот охранник поворачивается из-за того, что первым входит наш товарищ. Блин, да как вообще можно здесь выиграть-то? Давай. Так, я Диме уступаю, у меня ты уже кризис сиди, идет. Ты сиди. Если хуэли, то тебе. Ладно, хорошо, попробуй еще разок. Поле ставь, говорят. Нельзя поставить это еще дольше. Поле нельзя ставить, говорит Дима. Ну, то есть там секунд несколько будет. Не, если ты поставишь поле как бы пушкой вперед. То есть, может, он там его вызовет. А присесть? А толку? Он и так в приседе. Может быть, зайдем на этаж повыше? Посмотрим, отвлечем его как-то. Может, по квесту там надо так. Сейчас мы зайдем, увидим закрытую дверь. Охранник стопудово стрим палит. Отличная шутка. Так, перестреливаемся опять с этим товарищем. Обновляем на всякий случай стеночку. Стреляю из комнаты перед охранником, говорит Ази. Кажется, не идет стрельба. Не стреляет он. К сожалению. Не проходит такой фокус. Хотя можно попробовать, Дим. Мы, правда, только нашумим, и он повернется. Ты хотел не в самый низ идти. Что ты делаешь? А, вот так вот. И вот тут вот было электричество. Да, здесь было электричество, которое мы убили. Нифига себе. А как так получилось вообще? Ну, я понимаю, я просто не могу объяснить, как это вышло. Я вбежал, начал стрельбу беспорядочную. Диан божит. Причем здесь Диан вообще? Вы не шарите, ребят. Опа, накапливаю большую. Бабах, выстрел. Хопа. Ёпс, тудей. А я не могу ничего сделать. А! И тут... Он меня спасает, лол. И я пополз. Я пополз, куда? Следующая глава? Ой-ой-ой-ой. Блин! Жесть. CLLD. Ой-ой-ой, вот это... Какой там счет, друзья, кто ведет?
О-хо-хо-хо. Так. В какую сторону, а? Одиннадцать ноль. Не, просто считайте 11 тогда. Что значит 11-3? К чему вы считаете? Столько же врагов было повержено. Пиявок одних. О, с запасом прошел. По красоте и на бешеном микро. Стремновато. А почему влево? Ой, как пронесло-то меня. Очевидно, было не сюда. Шею сломали. Значит, все-таки надо направо. 13. Так, аккуратненько. Чувствуете, какие игры суровые? Это вам не там автосейв, там какие-то там автоматически начинает, там линейный сюжет. А тут все, монетку кинул, повернул не так, гарантированно сдох, гарантированно, вариантов нет. Игру, в принципе, невозможно с первого раза пройти без... Ну, как вы здесь будете, монетку кидать, в какую сторону идти? При прочих равных, какую выберете? Нет, ты по второму сделал. Тебя смутил второй пшик. Ой, не успеешь. Люди говорят, что это бейлинг. Катится. Отлично. Такой креатив, молодцы, пацаны. Так. Раз. Нет, рано слишком. Рано. Ты пустился, пока она не ушла еще. Не успеешь. Успел. Кто-то сказал, что это Рева. Да. Так, ну что ж. Чик. Чик. Пораньше. А там тупик вообще? Нет. Нет? Пораньше и поближе, да? Да. Игра не прощает. Я даже не знаю, с чем сравнить. Да возьмите любую казуальную игру. Последнего, что я играл. Dead Space. Ну, там, как, конечно... Там столько мы за всю игру, наверное, не умирали. Нет, ну, умирали, конечно. О, молодец. Проползли, падаем. Не ушиблись. Да, тут непонятно, куда идти вообще. Yes! Зарядочка, Дим, дашь? Давай. О, подзарядили пестик. Сейчас у нас будет много заряда. И это значит, что мы можем вот такие вот темы делать, вышибать стенки. Еще раз зарядились, окей. А сюда вот мы не можем пройти влево? Нет. Как не можем? Я думаю, можем. Ну, просто вот так вот. А, нет, ладно. Ладно, побежали. Современное оружие. Я не знаю, что здесь будет. Предупреждай. Ёпс тудей! А это твой убегает, знакомый. Что здесь делать? Здесь прыгать с разбега. Здесь можно зафейлить. Прыгать с разбега? Да я с прыжками-то зафейлю. Всё. Куда дальше? Куда не надо. Если не хочешь показать, как можно умереть. А куда надо? Стенка прошибается. А, понял. Клево. Самое сложное. Ой-ой-ой. Вниз можно. Да. Дима говорит, что можно вниз. Да как так? Ну как так? Вот так. Ноги крепкие. Сейчас туда. А, это нужно пробивать. Она там. Вот. Ой, тут с водой, это жесть такая. Не-не-не, еще не вода. Ой-ой-ой-ой. Это ерунда. Просто идти, вот самое главное, на это не упасть. А так. Сейчас будет с камнями. С камнями. Просто вспомнить бы, что происходит. Ну, сейчас увидишь.
Сейчас увидим. Летучая мышь. Всё. А, все, увидел. Да, отлично. Блин, сейчас увидишь. Ядрен батон. Остановился такой. То есть сначала этот камень падает, да? Потом мы сюда идем. А почему они в разные... Они не по скрипту падают. Блин, что за лол? Пробежаться, да. Пробежать не всегда получится. Там, скорее всего, в какой-то момент нужно остановиться. Схрена ли? Вот я так скажу. Я понял, где нужно остановиться. Где-то чуть дальше с центра. Прыжок? С прыжком, чтобы быстрее. Я понял. Да, друзья. Что же он встал-то, а? Почему? Я так... Нет, нажал и держишь. И держишь просто? Прохладная история от брата. Ну вот, я держу, смотри, я держу две клавиши. Разогнаться, да? Да, давай. И держу. Ёшкин кот, столько фейлов. Ой. Там, когда будешь... Там не прыгать, да, я в конце? Да, там. Ну я не мог пропустить просто. Что ж такое-то? Я потише гейн сделал, чтобы у меня был запас на ранее. Так, спокойно, тихо. Я держу клавишу. Я держу! Я держал. Так, возможно, не надо держать. Ну, понятно. Да, вот это хардкор, правильно. Это вам, блин, не Dead Space. Dead Space — это вообще сказки. Сказка маленькая такая. На ночь и детям давай можно рассказывать. Я говорю, вначале остановиться. Вначале остановиться? Пропустить эту? Да. Там три камня падает. Туда, куда ты упадешь. По центру. Они падают. Не, они падают там, где ты. Не факт. Вот тут, вот тут, да, падают там, где ты. Так остановиться мне? Вот тут. Да, ёшкин кот. То есть мне нужно да, остановиться, и потом на меня следующий булыжник живо упадет. Может, тут на той карте все по-другому. Сбился. Я практически тоже... Последняя попытка. Все, вот до этого ничего не было. Сейчас тоже ничего не будет. Как с чистого листа просто проходим. А, нет! Все, поскакал. Поскакал. Ну реально, он странный какой-то тип. Я бежал. Поздно уже. Да, игра, конечно, тебя ставит в позу. Еще назад идти. Ай-яй-яй. Ну хорошо. Дима, на чудесах и бешеном микро как-то. Так. А, вот здесь по скрипту падает. Ну, сейчас нужно прыгнуть до центра или добежать до центра. Нет, поздно. А, ну хотя да. Блин, вот они как нас дурят, а? То по скрипту, то не по скрипту. А, серьезно, вот так-то еще? Ты рискуешь, Дим. Очень рискуешь. Баба! Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Может, ползком можно? Ползком? А вот эти вот еще штуки, которые надо перепрыгивать. Прыгай, прыгай. А, вот эти кусачки, я их боюсь, реально. Блин. Да ладно! А, ну эти можно убить. Там надо попасть между, да. Ой-ой-ой-ой. Ah!
Очково-то как, а? Ой, блин, а игра не перестает нас удивлять. Офигеть. Да, и вам тут нет жизни, понимаете? Что Тут. здесь будет хранение? Тут. О, это вода! Это вода! Нет? Это мы Под воду. пробиваем под воду. Короче, друзья, игры раньше были немножко хардкорнее, как вы могли догадаться. Здесь как бы нет не то, что 100 хитов. Здесь, в принципе, хитов нет. У тебя один хит, одна жизнь. Вот. Какая-нибудь сраная муха тебя может укусить, и ты Во сдохнешь. флешбеке классно было, Во там когда флешбеке можно было силовое поле силовое ставить, у поле тебя там не ставить, и у одна тебя тогда хита, а не одна три. хита, а три. Прикольно. Четыре. Три поля и это. Умрите на зубах, просит. Да дойдите вы. Да, ну стрёмные темы. Блин, да мне просто сыкотно вот. И опять за этой. Я реально бы часа два, наверное, в эту хрень играл бы. Просто потому что. А, здесь не падает, да? Дай-ка бог. А что она делает? А, она залетит в эту штуку или что? А, съели, да? Ни хрена себе, как он умеет. Я уже этого не помню, Дим. А по-другому не вернуться было, да, получается? Если бы ты в птицу не стрельнул, хрена с два. Да, я чувствую, большую часть стрима я буду смотреть, а не играть. Кто бы мог подумать, да, вот казалось бы. Сейчас будут ФЛВ с водой. Сейчас у нас будет водиться. Здесь вот. Мне кажется, здесь сейф будет. Но сейф-то уже есть. Ой-ой-ой, сейчас мы должны пробить дамбу. Вот оно, ребята, вот это водица, водица святая. Мы пробегаем, мы пробиваем. Беги, брат! Мы все умрем! Ёпста дэйм, да, не он не прыгнул. Так, ладно, хорошо. Кстати, давайте я наушники надену, чтобы знать, насколько сильно можно кричать. Ты пока до воды, спокойненько. Заодно пописать можешь. И понеслась водица. Она... Ну вы это видели, пацаны, да? Вы это видели? Вы просто это видели? Да. Это хардкор. Какая-то это... Где-то третий уровень, да? Там из миллиона. Вот тебе не вода, зато пики помогут. Ладно, но все равно нам нужно руку набить. В этом плане, конечно, лучше. Так, пошли дальше. Раз. 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 Ну, давайте попробуем еще разок. Прыжок. 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 Прыжок, стыдей. Прыжок. О! Похорошело-то как, а? Но здесь-то ты точно уже успел пописать. Так, проходим дальше. Баба. Опа, здесь уже, кстати, будет движуха, друзья мои. Движуха та еще. Здесь будет стрельба, я слышу стрельбу. Здесь была вода, да? Эти водопады, через которые не пройти. О, это наш друг! Блин, мне так нравилась эта миссия вообще. Левел просто супер, посмотрите. Вы тут, он внизу, он ползет, вы идете. Такой, не торопитесь, гуляете с лазерным пистолетом. Он не может пройти. И вы, соответственно, идете. Ой, в каске, чувак. Чувак в каске. Ты можешь большие силовые пробивать или не хочешь тратить энергию? А, вот. Не обязательно ждать. Нежданчик, да? Вот такая вот суровая действительность. Он просто открыл дверь. Или дверь сама открылась. Бах-бах.
Да, большой лазер пробивает и защиту, которую этот лазер сам... Ты успел, не успел? Нет, он по сценарию убегает. По сценарию убегает. А, вот такие вот штуки. Прикольно. Нормально, я забыл про эту бомбочку. А здесь стенка-то такая основательная была. Такая прям суровая. А здесь зарядкой можно вверх прыгать. Ну да, почти так. Оп. Наш лазерный пистолет подзаряжен полностью. И... А, вот это вообще великолепная тема. Можно было сначала вниз сходить. Надо смотреть на отражение. Видите, в этих штуках и отражение солдата. И когда он будет по центру, мы стреляем, и он умирает. Почему его по-другому нельзя убить, я не помню, но сейчас мы это увидим. Ага, он кидает бомбочки, но нет таких дверей. Там силовое поле, которое... Угу. Вот, сейчас мы туда как раз и придем. Эй, что такое? А что за удар-то? Башня. Я свой. Опа, на-ка тебе, по яйкам. Ни хрена себе, Тинео! Блин, стреляй! Красавчик! Чувствуете, какие кинематографичные игры были, да? Типа нелинейные. Там типа нужно... Вот давайте здесь сделаем такую клевую сцену. Сделаем сцену, в которой главный герой... А, да, кстати, имеет смысл сразу же в Нео поиграть, потому что не хочется по мордасам получать и отхватывать после того, как ты до этого прошел. Не кричи, плиз, хорошо, не говори. Опа, на-ка тебе! Хоп, хоп, на-ка, хоп, повернулся! По красоте на бешеном микро! Быстрее, 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 быстрее убивай! Да, молодец, расконтролил, брат. Ай-яй-яй. А, тут люстры можно, кажется, стрелять по ним. Я не знаю, зачем, правда. Так. Хорошо. А, люстра держала вот эту вот перегородку. Наш друг, вон он, прошел. Мы видели это в нижнем углу. Сейчас нам нужно отправиться вправо для того, чтобы убить какого-то чувака. А, нет, Дим, ты чего? Поторопился, друг. И придется сейчас... О, да, с самого начала. Это хардкор, друзья. Никаких квиксейвов, ничего. Начнем с люстры, очевидно. Вот она. Нет, в следующем кадре люстра. Чё стоим, кого ждем? Блин, вот он, педагог, а? Мака! Развалился. Но мы же все равно в жбан получим от товарища. Полюбас уже получим. То есть тут вариантов-то нет. Ёпста, да. Давай, по яйкам его. Хренак. То есть можно предположить, что они размножаются таким же путем. Да, сейчас легче стало. Ну что, сейчас наверх. Давай. Оп. Что ты делаешь? И нам нужно сейчас... Ай-яй-яй, не надо, не надо. А-а-а. Да ладно, блин, вообще жесть какая-то, а не игра. Так, ставим, открываем, еще ставим одну штуку. Открываем, он кидает бомбочку, бомбочка назад. Он ничего сделать не может, взрывается. Хорошо. Мы пробиваем дверь. И готовы убить аккуратненько. Ну, можно подрядить пистолет на обратном пути. Да, чтобы он встал и в этот момент его... Вот сейчас он, кажется, должен стать. Сейчас он остановится. Вот, остановился. Был, кажется, крик. И заряжен пистолет. Забейте, давайте проходить зелиард. Ну чё, зелиард жестче. Если вы хотите зелиарда, посмотрите запись, если не смотрели первую часть. А вторая будет, скорее всего, уже там на следующей неделе как-нибудь. Ты куда бежишь? А, мы сначала должны были... Ну, не факт. Может быть, он и прошел бы. Так, ну вот сейчас будет... Такой моментик. Я, правда, не помню, что здесь за моментик будет.
Да, жесткий моментик. Блин, а как здесь проходить-то вообще? Ё-моё. С двух сторон было поставлено. Ты не застрельнешь до него. На-ка тебе. Сейчас мы люстру обреваем. Ты хочешь сначала это сделать, да? Пройти сложное. Кстати, да, можно. Сразу направо зайти. Уже в который раз получаем по челюсти. И в который раз прописываем человеку меж ног сразу так с вертухи. Ну, не с вертухи, конечно. Убиваем. И сейчас попробовать. Сейчас надо силовые поля везде поставить. И сзади себя. Минус один. Ой, ты по красоте, Дим, вообще молодец. Вообще. Вообще красава. Двух замочил просто на бешеном микро и креативе. Вы видели вообще, что произошло? Вы видели? Дальше опасный будет момент, потому что двое будет. Блин! Побежал. Написали. Майкер Гоу, сам проходи. А что-то на самом деле не пройду, я чувствую эту игру. Димка-то ее недавно проходила, я ее как в первый раз вижу уже. Да, вот. Да здесь вообще аркадой можно так просто налево-направо ошибать пацанов. Но все на секунды, и как-то рисковать не очень хочется. Так. То есть решили обойти, чтобы было надежнее первого вот этого вот убить. Не понял. О! Нифига себе, искусственный интеллект, блин, шпарит. Ходят. Они реально ходят. Как их вообще? Прикиньте, какой AI был, да? Стреляет, ставит стенки, продвигается, еще между этих локаций ходит. Ё-моё. Ты очень рисковал, Дим, сейчас могу сказать. Ладно, ну, по крайней мере, есть шаблон, по которому проходить сейчас. То есть мы сейчас убили этого, получаем жбан, одного очень легко отжимаем. Блин, он каждый раз, хоть и в сотый, все равно неожиданный. На-ка. Опачки. Фигак, фигак. Сейчас самое сложное. Да, сейчас нужно будет. Да, че он не стрельнул-то? Да, друзья. Меняем тактику. Скучно. Так, давайте. А, то есть ты сразу хочешь, да? Блин, да вообще жесть, как сейчас двумя-то будешь? Ё-моё, ты обречен. Реально обречен. Хотя если он за пистолет зайдет. По красоте. Ладно, осталось только вот этих вот двоих захреначить. Значит, поле одно, поле второе. Стали между. Били, побежали. Стали полем. Ты, кажется, свой поле сейчас делаешь. Нет, нормально. Фух, пронесло. Теперь постепенно сейчас главное все сделать. Постепенно. Люстру убрали, наверх подняли, слева обошли, убили этого, который бежит. Да. Уф. Да, я после этого я понимаю, что Dead Space — это такая жесткая казуальщина просто, что и принцев Персии, все оставшиеся принцы тоже, это такой
Какая попса? Ну реально, только как бы нужно такие стальные нервы иметь, чтобы даже имея мозги, проходить одно и то же место по 10 раз. То есть ты, в общем-то, все понимаешь, все как нужно сделать, но у тебя... Так, аккуратнее здесь, не торопись. Поставил один, поставил второй, подошел аккуратно, чтобы открылось. Да, поставь третий даже. Ой, он даже не открылся практически. Так, здесь мы открываем, ставим, отбиваем. Пистолет потом зарядим на обратный. Где можно зафейлиться, это здесь. Да? Ну, значит, не надо фейлиться. Он по скрипту здесь как раз ходит. Меня чуть девушка из-за нее не бросила, говорит. Видимо, про какую-то игру, может, даже про эту. Остановился, остановился! Ага! Вы это слышали? Заряжаем пестик, и сейчас вроде как идем уже к месту, где... Ну, посмотрим, я уже не помню этого ничего. Сейчас, по идее, уже не должно быть препятствий. Но держи возможность, чтобы пробел там нажать в любой момент. Пробел всегда нажат, вот. Ну да, чтобы его еще раз нажать. Смотрим. Поплыли. А, вот он. Угу. Умерший. А что делать-то? Вниз. Вниз? Только. Подожди, а зачем мы этого тогда убивали, если не прямо нужно идти? А, вот сюда вниз. Сейчас покажу, что там дальше. Так, ладно. Это я так показал нам, что дальше? Но это уже... А, фух! Ядрен батон. Я уж испугался. Нет, тут будет... Ладно, удачно там, не знали. Поплыли, поплыли. Кстати, друзья, это где-то метров уже 20. Вы, если купались в бассейне, то понимаете, что сейчас у вас в голове происходит не очень приятное ощущение. При том, что скоро кислорода будет не хватать. А чтобы хватало кислорода, какую? Есть специальные ямочки. В эту? Первую. Это в первую? Да, в первую. Окей, мы плывем в первую. А, не в первую, да? Да, все-таки не суицидник. Не суицидник? Окей. А, вот. На первую бы не хватило. Так, все, здесь мы воздуха набрали и поплыли вниз. Блин, реально игра разнообразная. Мы же здесь бегали только что, да? Да. Пока воды не было. Если бы мы не пробили, бассейн был бы пустой, мы бы не прошли. Найс. Мы видим проводочку, которая каким-то макаром мы видим. А вот здесь опасный момент. Ну, здесь назад будет опасно. Так. Убили проводочку. Как будем прыгать? Как хочешь, как тебе удобнее. Не так, видимо. Да, это жесть, конечно, была. Вот в чем прелесть была старых игр, понимаете? Когда разработчиков там 1, 2, 3, 4, ну ладно, 5 человек, вот, надо делать игры такие, которые реально продуманные. Тут ни графика, ни звук, хотя звук можно было медишку написать хорошую. Графика, аниматоры, все дела. Главное — это продуманность. Продуманность и игра с душой. Идеи, много разных идей. Тут та же самая карта, как она продумана, да? То есть тут, здесь же мы были без воды. Если бы то да сё, если бы это не сделали, то здесь этого бы не было, и здесь мы не прошли бы, там пришлось бы... Там все комбинируется, да. Вот, поэтому... А сейчас мы выключили проводку, и автоматические лазеры, которые справа, они уже стрелять, насколько я понимаю, не будут. Ну, там... Или что-то в этом роде. Ну, там щит все равно нужно ставить, кажется, против кого-то. Так... Не знаю. Успели, хорошо. Фух. Прошли дальше. И тут, соответственно, нам ничего не остается, кроме как падать вниз. Пробили стеночку. Ой, сзади там кто-то. Ёпсель. Да ладно. Блин, что-то жесткое. Творится. Беги, беги, как никогда не бежал. Большую, 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 большую. Пробивай сразу двоих. Раз, два, молодец, по красоте. Поле ставил, поле обновил. А, наш друг вылазит сверху, посмотрите. То мы бы здесь стояли и вечно... Ой, нас вытащил, молодец какой! По красоте, вообще по красоте.
Да, там пистолет заканчивался, и вы там стоите, не знаете, что происходит. А если вдруг не... Ну, если друг спасен, то... А, его взяли опять! Давай, подходи, спасай! Спасай его! Давай! Давай, он его душит, смотри! Минуснули, молодцы на пару! Вот чувствуете, какая нелинейная игра, друзья, понимаете? Это все кодится, это все продумывается. А, вот здесь тоже классно. Давай, он тебе говорит, прыгай, опа! А ты сам... А он слишком тяжелый, я помню, для этого. Нет! Нет! А! Да жесть, это вообще трэш пошел полный, посмотрите, что происходит. Нет! Да, тот момент сложный, конечно. Двое сразу с силовым полем, нужно пробивать. Вот за это мы в игры и влюблялись, понимаете? Она бросала вызов. Это не просто какие-то симсы, где ты тупишь и ничего не делаешь. А тут реально нужно терпеть. Просто терпеть по-черному. Хватит кричать, ребятушки. Ну как же не кричать? Ладно, я буду гейн убирать, когда буду кричать. Или от микрофона лучше. Опа. Да! Оп! Нет. Все равно поле надо ставить еще одно. Что-нибудь интересное еще из трансляции будет. Конечно, игр много хороших. Сегодня мы должны осилить Golden Axe. Да, было предложение сделать Golden Axe. Слишком рано начал стрельбу из-за этого. Кстати, можно было посмотреть, что случится с другом, если... А, с другом, да, застрелят его. Просто застрелят? Клево. Убили, убили. Хорошо. Кричи, Миша, кричи. Хорошо, я буду попробовать как-то подальше. Опа! Ладно, с Богом. Да нет, можно и на этом месте стоя делать. Просто не, надо не забывать вторую стенку сделать. Не хватит? Они подходят и простреливают уже ее. Да ладно. Блин, беда. 41, говорят, товарищи, 41. Это количество наших смертей. А вот второй выстрел ты уже, кстати, по красоте сделал. Мог быть лишним. А из матчей Старкрафта... ВЦГ будет по Старкрафту, соберитесь. Суббота-воскресенье будет много интересных матчей. А пока мы тут... Раз, поехали. Не дожидаясь друга, пробуем снова пройти это место. Ой-ой-ой. Еще поле. Обнови сейчас поле после первого убийства. Обнови. Да. И сейчас спокойно убиваем второго. Не, не спокойно! Обнови поле. Ох! Хорош. А этого заперли, да? И у тебя есть выбор, убить его или нет. А, это ловушка, да? Педагог. Закрыл все двери, автоматику дверей. Ой, кажется, кто-то палит по нам. Так, здесь дверь-то может сзади открыться. Силовое поле-то надо ставить. А, все, автоматики нет. Что он делает? А, он запускает бомбочки. А что бомбочки делают? Камни разрушают. Вообще молодец, Дима, такой сидит спокойно. А, пробили дырку, нифига себе. Но это еще не все. Хотя, в принципе, можно показать, что будет. В смысле? Да. Зачем? Да, да нет, да, переигрывать да, не надо. А, нет. Тем более, тебя могут убить еще здесь. Могут. Сразу. А, да. Нифига себе. Тоже лупает этими... сильными. Проводочка минус. Опять меньше света. А что бы здесь было еще раз? Пушки, да? Ой. А, здесь бы нас просто расстреляли, да? Черт. Ёпстадей. Сейчас убью. Почему? Я не допрыгнул. Не допрыгнул? Ну, вообще. А ты можешь его не убивать, да? Да. Если это добрые, это работники.
Нифига себе работники. А ну хотя. Ладно. Чувак с бомбочками сейчас начнет орудовать. Пробивать. Эту. Пошло, поехало. Первая, вторая, третья, четвертая. Получилось там. А бывает такое, что да, они все пробиты, и ты, наверное, просто суицидишься, чтобы. Хорошо, хорошо, стрельнули. Вырубили проводочку. Возвращаемся назад. Хорошо. Спускаемся вниз. И тут. Лазер, лазер, лазер. Стрельба просто бежит. И не перепрыгнули. Да. А, тут вообще никак не выиграть, да, получается? Из-за этих бомбочек. Короче, нам нужно было каким-то хитрым образом прыгнуть. А, то есть только когда ты угрожаешь ему, он... Ух ты, как продумано-то все. То есть только когда ты человеку угрожать начинаешь, он включает... Ну, все двери блокирует. Блокируют все двери, и это дает возможность... Ладно. Еще одна попытка. Ну, здесь-то все весьма и весьма без рисков получается. По скрипту делается практически. Главное вторую стенку поставить, чтобы успеть его. Чтобы он не пробил. Я думаю, можно и с одной. Успеть. Ну, рискованно, так надежнее. Вот, и сейчас мы снова падаем вниз, пробегаем мимо вот этой вот группы пацанов. Мы ее видели, уже отдавались на ней. Может, стенку поставить, чтобы было видно? Обращайся, брат. Вот оно, вот где надо было прыгнуть. И рычаг включаем. Рычаг вызывает льва, того самого, что в клетке. Ага, пошел хаос. Ой, а что это такое? Девочку поставить. Быстро бежать, убивают. Как, что значит слишком быстро бежать? Да? То есть прыгать не надо там? Да. Блин. Такие темы. Если вы там прыгнете, то вас убьют большим... Блин, что за бред? Я бы не прошел ее. Реально, за вечер бы. Рычаг. Рычаг вызывает льва, и там начинается паника, реальная паника. Стрельба, выстрел там. А львов вообще много, да? А львы хорошие, конечно. Так, вырубили свет. А свет мы вырубили, чтобы в нас лазерами не попали, да? Не прострелили, понял. Так, вот здесь света уже не будет. Мы пробегаем. Здесь ставим стеночку. И полушажком. Оп, все, отлично, брат. Открываем снова клетку. Клетки. И просто бежим, да, получается? Просто бежим. Мы тут просто, мы и так. Ля-ля-ля. И не попадают выстрелы. Удивительно. А-а-а, нельзя было прыгать, ничего. Типа, зачем? Какой прыжок? По скрипту уже все. Это фейл. Это фейл. Ой. Отдался на муле, говорят, сейчас. По красоте, конечно. Нет, ребят, если вы думаете, что здесь интерфейс простой, он реально из 5 кнопок. Но в том-то и сложность, что вроде как тебя одной кнопкой и стрелять. А, по скрипту выйдем, молодец. Давай тогда где-нибудь убейся. Ага. О! Жестокая игра. Блин. Ты говоришь, он служащий простой, да? Блин. Такие лолзы вообще. Он тебя прям с таким реалистичным звуком закатал. Просто таким глухим и мощным.
По-мужски, да. Вот прижал, так прижал. Как в анекдоте про лягушку. Не то, что наши мужики в болоте. Не стреляй. Ну, про каток и лягушку, ты знаешь, да? Когда лягушку в асфальте свеженькую катали. Ладно, хорошо. Месть боксера там. Просто игра доставляет. Ладно, сейчас все серьезно. Во-первых, мы пробегаем, ставим свет, дым и хаешку. Остальные рашат по двойке. Ой-ой-ой, опасно. Спускайте львов! Я Владимир Львов. Держи, Дима, две кнопки. Окей, я вижу. Прыгай вверх! Да-да-да-да! Друг! Привет, друг! Побежали! Побежали со мной! Выставь щит! Holy shit! Прыгай! А, я Супермен! Я Бэтмен, собрался! Побежали, блин, какая классная тема! Звездолёт! Класс, смотрим! Поле боя? Хорошо, буду знать. Это что? Ой, тут что-то вроде этого. Как он называется? Что это? Что это? Что это? Стрельба идет? Куда ты нажимаешь? Куда ты нажимаешь? Я не понимаю, что ты, какие кнопки ты жмешь? И катапультировались. Понятно. Так сложно катапультироваться, оказывается. Прикинь, в тебя попали ракетой. Опачки, попки. Эй, Эрик, чё ты девушек пугаешь? Нифига себе. Блин, игра реально как в кино просто. Если это кино 20 лет назад. Ставь, поле, освежи. Ядрён батон, проходи, поле. А, сзади стреляет так. Поле просто. Скринали, скажу я так. Ё-моё. А, наш друг! Прикольно, побежали вместе. Фух. А-а-а! Это по скрипту? Ё-моё, где же ты, друг? Потерял пацана, кинул пацана. Как он поймал ты меня? Об стенку? А, это не наш, это враг. Ядрён батон, у него красные глаза, сапогом. С вертухана убрал. Блин. И мне не очень нравится то, как он спокойно идет. Такой... А-а-а! Они начинают биться. Я вижу рычаги. Ползи, родной! Ползи из последних сил! А-а-а! Я не знаю. Я не знаю. И ползи, Дима, ради всего святого, из последних сил. За маму, за папу. Потому что друг твой сейчас в беде. Ты сам побит. Ползи, родной, давай! Давай! Ползи. Просто ползи. И рычаг. Рычажок. Дергай рычаг. Я не знаю, что будет, но дергай его. Ради всего святого. Дергай. Дергай. Ну дергай же. Эй. А, вот как. Он идет. Он идиот. Он повержен лазером. Блин, я уже забыл, какие здесь четкие темы. Черт, я. Мне кажется, я не встану тут, нет? И кажется, друг там тоже... Подожди, что? А! Ты куда? А! Да ладно! А! Это оно! Да ладно! Давайте помолчим. Да, теперь он будет ползать. Кажется, тут навевает немного, знаешь, какой-то пик-пик-пик-пик-пик. Появился из ниоткуда большой красный дракон, и они вдвоем в обнимку полетели с ним куда-то далеко. И это конец, друзья, это конец. Да ладно, мы начали стрим час назад, за час прошли. Конец игры. До этого...
тобой мы шли кучу месяцев, говорит Дима. Смотрите, дизайн, программирование и артворки все от одного человека. Вот вам игра, пожалуйста. Только музыку писал другой. Вот так вот делали игры. Да, саунд-эффекты тоже не на пару лобали. Пью-пью. Да, могу. Я помню лба. Ребята, классно. Вот представьте, какие эпичные делали игры вот просто в одно рыло. Одно рыло, и все. Ребята, она не такая короткая. Вы попробуйте пройти второй уровень просто. Попробуйте пройти вот с водой уровни. Да, ну что ж, спасибо за внимание. Стрим не закончен, но сейчас будет стоп-старт. Для того, чтобы отрезать кусочек этого счастья и выложить. Now go out of this world. Да, а теперь нахрен из этого мира. Стоп-старт стрима, и, может быть, что-то еще будет в эфире.